Вот, друзья, кормить сейчас буду. До того привыкли к этому желтому стакану. Сейчас пойду насыплю. О, даже за мной идут. Даже за мной идут. Сделаю паузу. Сейчас насыплю. Вот они аж пришли сюда. Ну, я вот столько даю им. Это на всю мою толпу вечерняя кормежка. Я их не перекармливаю, они на свободе. Что-то найдут, доедят. Не то, что жалею пшеницу или... Ну, не перекармливаю я их. Я так долгое время делаю. Все натянутые. Пошлите. Смотрите. Все пошли за мной. Вот идут. Эти двое, вот они. Сидят пара. Вот тоже на яйца собираются. Ну что такое, что? Ну, сейчас тут чуть-чуть насыплю, так-то я в кормушку куплю. Вот, энергичные. Давай, давай, заходите. А, не зайдите. Сейчас насыплю. Сделаю паузу. Вот они. Аж дерутся за еду. Ну так, надо их полуголодными держать. Это мое мнение. Тогда они лучше в тонусе. Красивые хвосты у этих троих. Вы какой-то коричневый. Вот на яйца садится. А ты что не идешь? Вот тоже подложил. Вот завтра второе яйцо. Это от привозных голубей самца. Уже снесли его. Тут уже сидят на яйцах. А эти тоже вот сидят. А ты что не идешь? Этот покрупнее. Этим я насыпаю. Вот так насыпаю сюда. Помогаю им. Ну, вот смотрите. Клюют. Вот они. Быстрее привыкают к еде. Ну все, вот 3 минуты. Какой 3 минуты? Еще меньше. Нету. Они вроде и голодные, но я им больше не даю. Когда они переедают, по ним видно, они сидят как-то вяло. А когда они не доедают, это они всегда в тонусе. Друзья мои, это мое мнение. Вот это гонит на яйца. Вот сейчас я от этих возьму, они должны сесть, от этих переложу туда. И посмотрим. Может, не переложу, не знаю. Посмотрим, как будет. Возьму от тех штук 6 птенцов, от этих самцов. Вот они оба. Ну вот этот 10 часов отлетал. Вот он с черным кольцом и с синим.
А этот, ну как, не 10, там почти 10. А вот этот шестерку, даже чуть больше. У этого висячий бой, у этого столбовой. Вот он, когда отсюда даже вот порезанный, он сюда залетает, представляете? На конце маховых крыльев пару, остальное все я порезал. И все равно умудряется лететь. Вот туда на фронтон даже залетают. Вот боюсь, чтобы к соседям куда-нибудь, чтобы кошаки или что-нибудь. У меня здесь кошек нету. Вон, пошли кормить. Это их птенцы оба белые получились. Линяют. Вот линька у них. Как-то так. Все, вот они ждут вроде. Ну вот это, что содовая вода, вот у меня она. И вот они пьют с удовольствием ее. Вот он, это ее пара, вот это вот пара. Это мой гол, моя голубка, а это привозная. Вот они. Но эта голубка, это особенная. Это мощь. Они все неплохие, но есть лучшие. Ну, удачи, друзья, как-то так.